Каждый новый день ты видишь лица, но ты даже не знаешь, что внутри искрится. Таланты убийцы, также обычные птицы. Что бы ты ни делал, за тобой следят. Я, выходя на улицу, сутулишься, не зная почему и как снаружи виноват. Серые свинята спросят, как у тебя дела? Погнали прогуляемся, а чё делал вчера? Прошло и час, у отобрали телефон, часы. Сказали, что ты потерял, слава богу, не весы и синяки. 4 дня в кутузке, ну а кто-то там 10 лет после громкой тусы. Но я понимаю, реальные дебилы, лучше бы копали 3-полосные могилы. Но зачем об этом говорить, если не в силах поменять, искать вариант, как оттуда убежать. Пока никак, успокоить дело в ушах. Пару часов языка, парочка за пару, все в порядке. Или уже немного лучше, Европа принимает, главное будет запущен. Эй, ты, глянь, и наплевать на твой специальный рабочий взгляд. Будь ты немного хулиган и гад, и просто взять, убрать твой план. Я у тип и наплевать, как много сделал ты всяких благ. Но стрит тебе не даст поспать, любой момент под риском кай. Постоянная слежка, твоего геок. Движение между прочим это тоже нарушение тел, прибавление вреды. Чтобы больше взять себе и себя спроси, никому можно лгать, не для города, не для страны и семьи. Чтобы больше покурить, чтобы классно жить, ты спускаешься вниз и наборится за счет молодых. Эти колпаки, показатель прозрачного слоя. Людей есть те, кто выше головою. Эти свиней, кому зарплаты и премии. И даже этого мало, забей блин. Эй, пикап, пикап, если делаешь круто, переплетая руки к кидалам, ты честно мутишь, капитан. Уважение хорошим пацанам не прекращай, если правильный чувак. Эй, тип, глянь, не наплевать на твой специальный рабочий взгляд. Будь ты немного хулиган и гад, и просто взять, убрать твой план. Я у тип и ёб наплевать, как много сделал ты всяких благ. Но стрит тебе не даст поспать, любой момент под риском кай.